Платья и костюмы с рукавами жиго, накидки тельмы, ажурные пелерины. Такая мода была в России в конце 19 века. Стиль модерн, период Серебряного века, когда поэты и художники идеализировали женщину и видели в ней прекрасную даму. Это прекрасная возможность сегодня прикоснуться к истории немножко по-другому. Не к истории фактов, дат, событий, а к истории обстановки. Что называется, почувствовать дух эпохи и вот походить, ну, трогать руками, конечно, нельзя, но практически вот постоять рядом и дамам, я думаю, возможность представить себя в этих нарядах. В музее модерна открылась выставка «Женская мода в стиле модерн». Все экспонаты подлинные и любезно предоставлены Александром Васильевым из своей коллекции. Маэстро лично провел первую экскурсию и рассказал о нарядах с великолепным кроем тонкой ручной работы, сохранившихся до наших времен. Я вас приветствую на открытии уникальной в Самаре, ну и вообще в России, выставки, потому что специальные выставки, посвященные модерну, я никогда в России не устраивал. Это премьера для нашей страны. Не менее ярким отражением той эпохи являются и уникальные аксессуары – веера, сумочки, перчатки. Все это и чудесные платья посетители выставки смогут увидеть до 15 января. Олеся Корецкая, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.